На дворе апрель, и хоть весна не радует солнечными деньками, ивановские охотники уже готовы открыть новый сезон. В связи с этим прошел круглый стол, посвященный особенностям весенней охоты в нашей области. На территории нашего края сезон откроется 18 апреля и завершится 27 числа того же месяца. Следует напомнить, что весенняя охота в нашем регионе осуществляется на селезней уток, тетеревов, глухарей, гусей за исключением серх и вальшнепов. К слову, последние прилетают к нам из Франции, где переживают зимний период. Важным моментом является оповещение охотников о ряде запретов, распространяющихся на охотничью деятельность. Одним из самых значимых является запрет на охоту на самок и на птиц, занесенных в Красную книгу. Получить разрешение на охоту можно в Департаменте природных ресурсов и экологии. На данный момент уже более 1000 охотников получили заветные бланки. Прием заявлений на весенний период будет длиться до 17 апреля. Никаких принципиальных позиций, либо принципиальных вопросов, препятствующих проведение весенней охоты на сегодняшний день нет. Значит, должен сказать, что с 1 января у нас несколько повысилась плата за выдачу разрешений. В соответствии с налоговым кодексом она повысилась с 400 рублей до 650 рублей за выдачу разрешения.